Страх первый. Банк не поймет. Банк задаст кучу вопросов. И придется общаться с банком как слепому с глухим. Есть такой страх. С ним банки борются тем, что делают свои продукты максимально понятными, доступными и реально обучая своих работников быть вполне себе подходящими собеседниками для малого бизнеса. Страх второй – это задав много вопросов, взяв кучу документов, месяц либо два что-то проанализировав, в результате все равно откажут. Есть такой страх. И банки борются с этим страхом таким образом, что уже на стадии первой беседы квалифицированные банкиры могут понять, форматный ли проект, либо неформатный, подходящий ли он для банка, либо нет, и уже дать какую-то предварительный какой-то дать ответ, предварительную договоренную заключить с клиентом о том, что да, кредит выдадим примерно под такие залоги, примерно под такую ставку. А это первая борьба с этим страхом. А вторая борьба с этим страхом реально убыстряют свои процедуры банки настолько, чтобы выдавать кредиты уже за 5 дней, какие-то быстрые там лизинги, например, выдавая за 2 дня и так далее. Следующий страх – это страх того, что банк, выдав кредит, разорит бизнес. Тогда, когда предпринимателю станет плохо, придет банк, совершенно не поймет реалий жизни и чуть ли не с паяльником будет отбирать активы, взыскивать и так далее. Есть такой страх, и банки борются с этим страхом, реально хорошо коммуницируя с клиентом. И, имея клиентов в своих партнерах и друзьях, разъясняя, как работает банк, и делая реструктуризацию долга, когда действительно понимает, что вопрос во внешнем окружении, у предпринимателя есть какой-то запас, который позволит ему пройти сквозь эти сложные времена. Все, наверное, больше из страхов актуальных я не вспомню, но хочу сказать, что наша задача как банкиров эти страхи заранее вскрывать и идти к своему клиенту, к своему предпринимателю в объяснении того, насколько эти страхи беспочвены, а насколько следует ими руководствоваться при построении бизнеса. Очень важный момент. Бизнес должен быть правильно выстроен. Должна быть определенная подушка капитала в балансе. Должны быть сбалансированы риски. Должны быть сбалансированный подход к ресурсам, которые использует предприниматель. И очень важный момент, что банки часто являются теми консультантами, которые кроме финансирования дают еще и мысль, дают идею, дают понимание рисков и дают понимание того, как с этими рисками бороться. Это тоже очень важно. Соответственно, в нашей работе мы боремся и со страхами, и даем тот консалтинг, который помогает развиваться бизнесу.